некоторые представляют нас такими. А на самом деле мы такие! Так. Где официант? Я хочу себе молочный коктейль. Красавчик. Красота. Так. Илья. Хотя подожди. Девушка, вы знаете, я специально для вас. Или специально для вас. Или Илья. Артем, сегодня называй меня Хосе. Хосе? Хорошо, я понял. Илья, ты не мог бы мне отложить немного денег? Я хочу вот с этими двумя мулаточками играть. Конечно, столько хватит. Держи, я думаю, достаточно. Это хорошо, но нет, Антон, называй меня сегодня Энрике. Подожди, а ты ничего не перепутал? Ну как это нет, у тебя рубашка шиворот на ворот одета. Спасибо, ну я пойду в русском баре зависну. Давай, а мы до утра! Ночь была в самом разгаре. Прохладный ветер соленого моря обдувал их загорелые тела. Легкая музыка не давала спокойствия их ногам. А такого обилия девушек в разноцветном бикини студенты не видели никогда. Закат был настолько прекрасен, что Артем, ну в смысле Энрике, даже расплакался. Но это были слезы счастья. Вчерашние мурашки, рассказывай. Моим показываю. Миниатюра парабола. Милый, я ухожу от тебя. Давно парабола. Слушай, а как у тебя там в русском баре, а? А теперь я расскажу. Давай. Миниатюра, ой, да ладно. Ну ладно, иди смотри. Ой, Люся, их там трое, а нас же только две. Ой, да ладно. Ребят, отдых продолжается. У нас сегодня вечером будет музыка, три лимузина, вертолет и яхта. Но все нормально, только у меня денег с собой не было, я паспорт заложил. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что у тебя денег нет? Нет. И у тебя денег нет? Нет. Что ж, и у меня денег нет. А куда они делись? Как это куда? Я землю купил. Но это не так плохо, мы можем ее продать или сдать в аренду. На, сдавай. Да ладно вам, я в одном уверен, мы голодными не останемся. Это почему еще? Я ежика купил, он будет грибы приносить. Отличная покупка! Я вчера сделал такую же. Я купил паяльную лампу. Зачем? Ну купил, что там, не знаю. Подведем итог, у нас есть еж и паяльная лампа. Теперь мы можем с помощью паяльной лампы выпытать у ежа, где нам взять денег. Ты знаешь... У ежа мы уже ничего не выпытаем. И вообще, я могу отдыхать и без денег. Понятно? Все просто супер. Денег нет, паспорта нет. Домой не попаду. Ребят, скажите моей маме, что меня убила малярия. Хотя нет, лучше скажите ей, что меня съели акулы. Томатный сок есть. Ну да, есть. Конечно, есть. Давай! Что нам делать? Что нам делать? Что есть нам охота, делать? Что есть нам охота, делать? Есть что нам охота, делать? Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Что есть охота, есть охота, есть охота, есть охота.
есть охота, есть охота, есть охота, есть охота, есть. Я понял! Нам надо заработать! Браво! Томаты сок есть? Он пока есть. Давай! Нам нужно идти искать работу. Кстати, моя мама врач, я вот там кое-что шарю. Я буду доктором. А я художественную школу закончил. В универе вот так в очереди жизнь стеклил. Буду картины рисовать, на пляже продавать. А я в принципе знаю киприотский. Я открою свою школу киприотского языка. Учитель! Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваша школа киприотского языка? Да. Вы мне нужны. Вот. Я не могу ничего объяснить людям. У меня есть деньги, но я не могу объяснить, что я хочу есть. Вот девушка подходит ко мне и говорит, кто это моряти роблин, гадр? А я не понимаю. Не расстраивайтесь. Мы вас научим. Начнем с самого простого. Рот. Рот. Ля бокка. Ля бокка. Ля бокка. Ля бокка. Ля бокка. Ля бокка. Губы. 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 Ля лябра. 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 О, буэно. Ля крема. А, но ля кремо. Ля чипса. 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 Потело. Спасибо, учитель! Спасибо, до свидания, вы мне помогли! А заплатить! Для крема! Массаж! Массаж! О, доктор, доктор, здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Здравствуйте! Что у вас? Вы знаете, у меня такая проблема, я полуглухой. Полуглухой? Это как? Я слышу только наполовину. Наполовину, ну что ж, хорошо, давайте проверим. 10. 5. 25. 12,5. 384. 192. 192 384 015. 192 384 015. На 2. Молодец. Экскалада. 2 солдата и лопата. Курица. Цыпленок. Цыпленок. Яйцо. Яйцо. МТС. МТС. Прогресс. Одна спальня или двухспальная? Двухспальная. Одна спальная кровать. Одна спальная кровать. Раскладушка. Раскладушка. Матрас. Матрас. Газета на полу. Газета на полу. Ящик с гвоздями для йоги. Ящик с гвоздями для йоги. Ящик с гвоздями для йоги на снегу. Ну не пациент у тебя, а просто дурак какой-то. Ну дурак. Что, ребята, сколько заработали? Томатный сок есть? А нет томата. Но есть березовый. А, давай! Эх, парень, а чего ты себе березовый сок на голову льешь? А что? Томатный есть! Я заработал 200! И я 200! Я 199. Неудачник! Олух! Неудачник! Лопух! Стоп, стоп! Нам все равно этих денег хватит на то, чтобы выкупить паспорт, еще и на Карибы останется. Не, на Карибы нам не хватит. Ничего, я заложу свой паспорт. Даешь Новый год на Карибах? 8 марта! Египет! 23 февраля, Мальта! В ноябре, смотрите, в октябре, Фитр, лето, круглый год. А мы надеемся, что все осени в БНТУ будут такими же яркими, как лето на Кипре! Мы все здесь собрались, чтобы разбавить свою скучную жизнь. Сегодня у нас
пафос на Кипре. Ну все же вы видно, наша элита. Столько знакомых, столько гостей. Развлекаем сегодня много людей. Плюс удобные кресла и всем расслабиться. Шоу начинается! Снимает пинал на параде, а вы мальчики, ты Кипра в порядке, а я тебя много ради, а? И что же у нас будет дальше? Что дальше? А девочки наши зажгут весь танцпол, и будет у нас жестокий хардкор. Вот так отдыхает наш Бакутия, а сами все пулете. Пулете. Так давайте же зажжем танцпол, полетим, не представляемся, Бакутия наша отдыхает. Не представляем, не представляем. Весь политех, не представляем. Как факультет наш зажигает. Весь политех, не представляем.